Мирный переживает нашествие диких лис. Несколько недель подряд горожане встречают хищников во дворах и парке. Вы что, с ума посходили? А, лисички? А? Вы что? Вот даете. Последний раз рыжих видели в районе Солдатова 10. Животные на вид настолько голодные, что и появление человека их не испугало. Две лисы бегали возле мусорных баков, пытались достать сухую траву из-под снега. Как рассказали редакции Алмазного края в инспекции охотнадзора, по городу гуляют лисята. Это детеныши особей, которые обитали в лесных массивах рядом с рудником «Интернациональный». Лесные гости агрессию хоть и не проявляют, но увидев их, стоит проявить осторожность и не пытаться контактировать. Дикие звери должны в лесу жить. И, возможно, они могут быть разносчиками различных заболеваний, как чума плотоядных или гнилостные инвазии. Они могут заразить домашних животных, в том числе собак и котов. И, возможно, они представляют опасность для детей.